Опыт – сын ошибок трудных. В многострадальном парке юности наконец заменили покрытие на спортивной площадке. На спортивной площадке в парке юности покрытие уложили еще в 2017 году. С тех пор «Новости дня» снимали нечто вроде сериала ужасов. Подрядчик выполнил работу некачественно, с нарушением технологии. Все вспучилось, здесь стало просто опасно. Волшебное ускорение придал визит губернатора. В этом году городские власти наконец нашли способ заменить покрытие. На замену из городского бюджета выделено около 400 тысяч рублей. Потом их компенсируют за счет нерадивого подрядчика. Городское хозяйство в рамках претензионной работы, которые выполнены были еще в 2017 году, подало иск на подрядную организацию, которая уклонилась исполнить эти ремонтные работы, дефекты. И мы в этом году выделили деньги, выполним этот ремонт и взыщем с компанией, которая выполнила в 2017 году некачественные работы. Также в рамках национального проекта «Комфортная городская среда» в парке юности планируют установить освещение, благоустроить газоны, установить игровые центры. Слава Богу, что уже работы нынешнего сезона начались с исправления ошибок 2017-2018 годов. Потому что помним мы все, насколько небезопасно, насколько безобразно было предыдущее покрытие. Однако новгородцев просят отнестись с пониманием и не ходить по новому покрытию первые несколько дней. Согласно технологии, оно должно находиться в покое некоторое время после того, как его уложили.